площадку Джермейна Ньо. Мне очень он понравился в этом матче. Прежде всего, в хорошей форме находится Джермейн. Может толкаться под кольцом, может отрабатывать и в защите. Не последний игрок и в нападении. Я думаю, очень много пользы он сможет принести воинам в этом сезоне. Ну, очень хорошо взаимодействуют между собой игроки стартовой пятерки, конечно, у Warriors. Такое понимание, такие передачи мы сегодня видели и в исполнении Карри, и большие друг другу отлично ассистировали. Ну, Клей Томпсон больше такой забивающий человек. В общем, хорошая победа Warriors. Порадовали они своим качественным баскетболом. Может быть, не увидели мы той борьбы, которую ожидали. Но, опять же, не каждый матч заканчивается броском а-ля Майкл Джордан на последних секундах. И в этой игре было очень много красивого баскетбола, которым, я надеюсь, вы, уважаемые болельщики, так же, как и я, сегодня насладились. Я благодарю вас за внимание, благодарю за тот интерактив, за то общение, которое у нас с вами было. Если кто желает, опять же, обсудить баскетбольные события, можно это сделать и вне эфира. Пишите в Твиттер по адресу TV Radio Victor. Ну, а эту трансляцию я заканчиваю. Вы смотрели «Супер баскетбол» на канале Viasat Sport. С вами был Виктор Шестопалов. Еще раз спасибо за внимание. Физкульт, пока.